сижу, но я сливаю. О, появился. Видно? Опять. Ой, слушай, вонь-то какая от него сильная. Да не моется он никак не привык. Сильный просто воняет. Будильник где-то спер. Видите, Маша, снежный человек здесь так же привычен, как для нас корова или лошадь. Отремонтированная. Надо же нашел. Работает. Спер, скорее всего. Спер, конечно. Так. Свой любимый. Далее. Ну, видите, Маша, между местными аборигенами и снежным человеком существует натуральный обмен. Он идет туда. Он выходит. Отвернитесь, Машенька. Куда он, Машенька? Лев Николаевич, он идет. Да что вы? Мы его упустим. Раз его местное население знает, он от нас никуда не денется. Да. Пошли. Берите, берите. Здравствуйте. 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 Извините, скажите, пожалуйста. Да. А вот эти вот снежные люди часто к вам наведываются? Да что ты их не видел? Чего? Ну, этот лохматый, волосатый, который только что у вас бутылку брал за будильник. Ах, йети! Йети, йети, ну, конечно, йети, йети! Ну, йети заходят. Коженный день. Замечательно. А где они живут? Ну, йети-то на свалке живут. На свалке? На свалке? Да, на свалке. В лесу Нашинском. Скажите, далеко это? Да, да, завсегда не там. Да нет, свалка Лондра. И вы, значит, уже привыкли к ним и совсем не замечаете их необычного вида? Как же его не заметишь, волосатого-то? Ага. Скажите, пожалуйста, а давно у вас на свалке поселились? Это эти? Эти, эти, ну эти, ну! Лет пять. Да четыре. Ну, четыре. Да, да. Больше. Да, 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 там, знаешь, а скажите, этот йети, ну что только что от вас вышел, он самец или самка? Не понимаю, чего ты говоришь. Но она хочет знать. Это косматое существо, которое только что приходило к вам. Это мужик или баба? Это Мишка-то? Мишка? Какой же он баба? Такой кобель здоровый. Это хорошо. Вот видишь, и много их там таких на свалке. Чего ты прицепился, хмырь, ко мне? Много-мало не считала. Бери, что надо, и проваливай. А то я мужиков своих позову. Проваливай давай. А что вы хамите-то нам? Чего вы расхамите? Ишь ты еще. Мы, между прочим, не просто так спрашиваем. Мы ученые, журналисты, исследователи. Маша, я прошу. Это наша работа. Маша, успокойся. Прошу, сейчас прыгаем. Маша, прошу вас, Маша, мы сегодня на пороге такого открытия. Нельзя терять на минуту. Ну, извините нас, пожалуйста. Будьте добры. Чего? Того портвейна, которого вас брал этот лохматый. Ну? Вот, деньги. Сколько? Сколько? 10 бутылок. Ого! А еще да. Нам для науки нужно. Ну, что вы? Маша, принимайте. Сейчас ты...